все приходит для тех, кто умеет ждать. Это такая мудрость от Паулу Коэльо. И Константин Симонов тоже приходит для тех, кто умеет ждать. Сегодня это мы с Сашей. Доброе утро, доброе Константин. Утро. Доброе утро всем. И вам, и тут, и там, всем, в общем. Доброе утро. Отлично, очень так по-актерски сейчас было. Смотрите, про спектакль «Пианисты» мы очень хотели с вами поговорить в первую очередь, потому что это премьера сезона в Театре «Глобус». И вы играете, насколько я понимаю, там главную роль Акселя Виндинга, правильно? Ну, есть такое, да. Есть такое? Ну, да. Чуточку. Не врут. Не врут, скажу, да. Ну что, рассказывайте тогда про своего героя. Что общего у вас с ним? Были ли сложности при проработке этой роли? И, ну и вообще, коротко, можно начать с фабулы. Ну, слушайте, наверное, нужно сначала немножко рассказать, фабулы, о чем история, да? Да, о спектакле самом, да. Да, потому что, на самом деле, спектакль очень непростой, но очень интересный. Это довольно такая занимательная история взросления молодого человека. То есть это история, скажем, подростка. Музыканта, у которого случается горе в семье, у него умирает мама. В принципе, у нас с этого начинается спектакль в этом истории. Что, в принципе, является отправной точкой к тому, чтобы что-то делать у него в жизни, у него появляются дикие амбиции, он простраивает все у него в плане, то есть его простраивает всю свою жизнь, куда двигаться, что делать, мечтает стать большим музыкантом, он влюбляется. В общем, но все получается так, что все складывается не так, как он хотел. В принципе, как в жизни у нас бывает, знаете, мы строим много чего хотим, такой юношеский максимализм. Но происходит много таких событий, которые, как говорится, рушат планы. В общем, он влюбляется, там тоже с этой любовью проблема. С любовью всегда проблема. Да, особенно когда это первая любовь, в общем, поэтому... Ему приходится как-то из этого выпутываться, он узнает очень много таких вещей. Ну, да, это просто такая история взросления, в общем. Что общего вместе у меня с героем? Ну, знаете, у него нет ничего такого фантастического. У всех у нас, правда, была первая любовь, первый поцелуй, то есть какие-то проблемы в семье, взаимоотношения, сложные. Вы тоже играете на фортепиано? В спектакле? Нет, знаете, у нас потрясающе придумал режиссер, он не стал использовать такой прямой прием игры на фортепиано, то есть у нас... Свой какой-то ход, да? У нас вообще во время спектакля не звучит музыка, то есть у нас... Как ни странно. Вообще нет музыки, то есть музыка — это мы, то есть наше тело, мы звучим там акапельно, то есть у нас наш композитор Роман Столлер написал замечательные композиции, которые мы исполняем многоголосно, то есть акапельно абсолютно. В общем, то есть мы — это есть музыка. И вообще, вот даже за сценой никакого музыкального сопровождения. Ну, знаете... Спектакль в тишине. А инструмент присутствует на сцене? Нет. Нет. Я вам... Тут нет его инструмента. Это да, это мы, наше тело, в общем. Все, понял. Но иногда, знаете, в такой тишине слышно даже как лампа накаливания, знаете, звучит и такой... Нет, но у нас бывают звуки, то есть у нас... Перед тем, как вступить акапельно, нам же нужен тон какой-то. У нас звучат иногда такие тынь, что-нибудь такое подобное, чтобы как бы войти в тональность. Да, да, да. То есть, есть гудящие какие-то звуки. Ну, то есть, это такие, они такие... Ну, не музыка, не произведение. Ну, это абсолютно нет. То есть, да, я думаю, это довольно-таки круто и интересно, это что они круто, пошли, конечно, да, прямым. То есть, поэтому мы хотели просто сделать акцент на истории, а не, ну, истории о жизни, о стремлениях, о желании музыки, когда ты выбираешь между музыкой, между любовью. То есть, чтобы главное была история, а не то, что пианисты, как они будут играть, чтобы пришли посмотреть, в общем. Вот так. По поводу все-таки близости, раз он такой обыкновенный и такой же, как все. Ну, я не могу сказать, что он такой же, как все. Все-таки люди музыки, люди творчества всегда немножечко, как говорится, оттуда. От мира сего, не от мира сего. Оттуда, да, да, оттуда же. В общем, ну, у него такие же проблемы, как у всех мальчишек. То есть влюбление, я про это говорю, влюбленность. Но вам, в общем, желание. Было легко понять его и понять, легко, да, им стать. Так сошлось, знаете, как-то так произошло, что, да, много было какого-то такого у нас понимания, взаимопонимания с этим персонажем. В общем, какой-то он такой проблемный, как, признаюсь, я проблемный человек был в юности, какой-то поиск, постоянное метание, поиск чего-то, то есть, да, в этом плане, но он необычен тем, что он все-таки он юный гений, то есть, ему нельзя сказать, что он простой музыкант, он на самом деле, правда, он гений, который хочет стать каким-то вот огромным, известным, в общем, музыкантом. Да. В общем, она не вызвала таких каких-то сопредельных сложностей, эта роль? Нет, ну как? Ну, так нельзя сказать, потому что история, на самом деле, правда, сложная, и это для меня был какой-то вызов в плане, потому испытание, что... Испытание, да? Да, потому что это моя
грубо говоря, моя первая главная роль в театре, такая драматическая, большая, очень крупная. И еще, если учесть, что мы играли, мы существуем не в не в стандартном драматическом существовании в плане на спектакль. То есть это не какое-то, знаете, драматическое существование. У нас всегда есть зритель. Зритель у нас не огражден четвертой стеной, как это принято обычно. У нас зритель — это тот, с кем мы ведем диалог. Ну, зритель, конечно, молчит, он ничего не говорит, но мы обязательно к ним апеллируем. То есть мы с ними пытаемся им рассказать историю и выяснить, как бы мы выясняем, ну, какие-то задаем вопросы, мы вместе с зрителем. Я смотрю в их глаза, например, это на самом деле очень тяжело. Вот это самая главная сложность, когда ты начинаешь спектакль, и зритель не готов к тому, что ему придется реально участвовать, что на них будут так смотреть, что от них будут что-то требовать. Потому что есть такие слова в нашем спектакле, которые, когда ты говоришь их в зал, они настолько попадают, в плане, они как будто вот сейчас зал, там, у меня есть монолог, он начинается, в принципе, вот с того, там один монолог, передо мной темная стена, а за этой стеной сидят люди, которых я боюсь. Я представляю, что эта стена, это вот зал, то есть это прям, то есть прям конкретно, вот реально я стою на сцене, то есть так сходится все. В общем, и поначалу это очень, очень сложно, потому что не готов зритель, конечно, так прямое участие принимать в спектакле, что на них так смотрят, с ними так диаложат, в общем. Но потом они вливаются, и они, да, они прям так внимательно, то есть всегда есть, всегда в конце находится понимание. Но всегда все равно страшно, ты знаешь, что он, скорее всего, произойдет в конце вчера, этот да, синтез. Вчера, да, они влились, а сегодня вдруг нет. Есть такое, потому что есть зритель, ты смотришь на одного, и он прям вот говорит, не надо смотреть на меня. Ну, зачем вы на меня? Вот смотри, еще 100 человек сидит, смотри на них. То есть она прям так убирает взгляд. Но знаете... Но вы в таких случаях настаиваете и продолжаете добивать именно этого. Я тебе говорю, да-да, не отворачивайся. Ну, знаете, было такое. У нас была такая ситуация один раз на одном спектакле, одном из первых спектаклей мы сыграли. Всего 10 еще, не так долго живет спектакль. И где-то на первый спектакль пришли какие-то две женщины. Они сидели на первом ряду, и они очень такие были настроены, скажем так, своенравно. Они давай, показывай. Они очень комментировали, очень активно. На первом ряду очень активно комментировали, очень что-то так прям даже громко говорили, какие-то слова. Ну, это ужасно. Да, у нас артистка, у нас там есть просто эпизод один, очень активный, звуковой, и там... эта сцена заканчивается с громкого выдоха, а она стояла, Света Грунина, она стояла прямо вот перед ними, перед этими женщинами, она так громко выдохнула, прям вот очень, и она говорит, больная ей, что, то есть, окей, позже у меня был монолог. Надо было Грунина немножко чесночка еще поесть перед этим, чтобы добить. Да-да, нет, позже у меня был такой монолог забавный, то есть, который... в котором был упрек, скажем так. И так сошлось, что вы нашли, на кого посмотреть, да, при этом? Я не нашел, оно само. Они потянули, это прям все к этому шло. Я прям вот к ним обратился и, знаете, подействовал. Они словно так немножечко так это почувствовали свою вину и сидели довольно-таки потом тихи. Но, скажу честно, они потом... Я не думаю, что это какие-то провокаторы, знаете, не любители театра «Глобус», а будем портить репутацию или что-то такое. Ну, я думаю, просто, ну... Может просто, быть такое, просто что их специально люди, вот пригласил все. Режиссер, чтобы проверить вашу стойкость перед такими людьми? Кстати, я не помню, когда это было, был ли еще режиссер здесь. А-а-а. То есть я не помню, это, может, уже после премьерной. Ну, такого не принято делать, да? Ну, я не скажу, что невоспитанные, знаете, это хорошо. У нас, в принципе, ну, в каком-то смысле. Да, с такими заявлениями. Ну, да, нет, так делать не стоит, да. Безусловно. Я в плане хорошо, знаете, я как из тех людей, которые пытаются из каких-то плохих, ну, каких-то неприятных моментов чему-то научиться или вынести из этого это что-то хорошее. Это правильная жизненная позиция. Конечно, потому что, вот, я вот понял, что у нас же как бы такой спектакль активный, то есть зрителей у нас же нет, поэтому это тоже какой-то диалог. Ну, да. И они тоже из этого что-то, может быть, вынесли. То есть они сами не ожидали, что будет такой диалог, и как бы, ну, не знаю. Я как-то, это для меня было больше чем-то забавным. Мы хотим тоже вынести кое-что хорошее из нашей с вами беседы, кроме подробностей о спектакле про пианистов. Так. Можете... У нас в студии актер! Да, мы знаем, что вы принесли одно из своих любимых стихотворений. Можете, пожалуйста, его озвучить? Да, только не говорите, что я буду по бумажке его читать.
Вот так, хорошо. Знаете, это... Я ничего не говорила. Я убрал музыку, все, давайте. Так, знаете, я не стал какие-то нести стихотворения глубокие с утра, в такое солнечное утро, mm-hmm. прекрасное, нас весна вообще как-то не очень балует. Что, вредные советы? Нет, но оно, не скажу, что оно прям хэ-хэй, такое инфантильно веселое, но я люблю этого автора, в принципе, с этого автора у меня, я с этим автором поступал в театральный институт, Роберт Рождественский. Отлично. Прекрасный, я думаю, автор. А стихотворение не самое, наверное, известное, но оно мне показалось очень забавным, потому что оно очень так меня олицетворяет. Выступает Константин Симонов. Называется «Я родился». Я родился нескладным и длинным. В одну из душных ночей грибные июньские ливни звенели, как связки ключей. Приоткрыли огромный мир, они зайчиками прошлись по стене. Ребенок удивительно смирный. Врач сказал обо мне, а соседка достала карты. И они сообщили, что буду я не слишком богатым, но очень спокойным зато. Не пойду ни в какие бури, неудачи смогу обойти, что дальних дорог не будет на моем пути, что судьбою мне Богом данной на ладони вся жизнь моя. Познакомлюсь с бубновой дамой, такой же смирной, как я. Было дождливо и рано, жить 100 лет кукушка звала. Но глупые карты врали, а за ними соседка врала. Наврала она про дорогу, наврала она про покой, карты врали. И слава Богу, слава людям, что я не такой, что по жилам бунтует сила, недовольство собой храня. Слава жизни, большое спасибо ей за то, что мяла меня, наделила мечтой богатой, опалила ветром сквозным. Не поверила бабьим картам, а поверила ливню. Здорово, прекрасно. Мы можем уже даже заканчивать на этой позитивной ноте, потому что время эфирное немножко ограничено. Но вы напоследок что-нибудь нам еще расскажите. Например, вот какой вопрос меня мучает. Очень многие артисты иногда хотят попробовать себя в режиссуре. У вас не было таких вопросов? Слушайте, я, кстати, никогда об этом особо не говорил в плане, ну, как-то вот на... Не озвучивал. Да, на большой. Но есть такая мысль, на самом деле, потому что у меня есть такая... Желание всегда что-то новое пробовать в плане творческом. И мне кажется, у меня есть, ну, есть порой какое-то такое свое видение. Я бы попробовал. Например, с каким материалом вы хотели попробовать? Знаете, я вот странный материал будет. Я не знаю, мне хотелось бы что-нибудь поставить на сцене, знаете, в стиле семейки Адамс. Что-то такая готическая комедия, что-то такое очень такое, как говорится, немножко фарсовое, немножечко такое гротескное. В стиле Тима Бёртона что-то такое, нет? Ну, для начала. Я люблю очень такие, знаете, очень яркие вещи в плане какие-то вот такие стилизованные, то есть такие какие-то, ну, прям... Характерные. Да, то есть... Выраженные. Да, не столько к реальности, потому что сейчас, да, много таких хороших спектаклей, которые олицетворяют нашу реальность, где-то такой органичный, где-то что-то там, какую-то реальную историю жизни прям. А и мне хочется какое-то такое немножко существовать между, как говорится, реальностью и фантазией всегда на сцене. Вот такой вот между реальным и выдуманным Константин Симонов был у нас сегодня в студии. Спасибо вам огромное. Желаем вам удачи во всех ваших начинаниях. Спасибо вам. Спасибо, что пришли. Спасибо, что пригласили. И радуйтесь, улыбайтесь. Весна на улице, скоро лето, солнце. В общем, всем хорошего настроения. Приходите в Театр Глобус 11, 27 и 29 мая. На сцене Глобуса будет спектакль «Пианисты». Очень всех ждем. Спасибо.